На всех парах электронные сигареты и вейпы набирают популярность среди пермских подростков. Дети курят на улице, за школой и даже дома. Спрос на дымящиеся игрушки вырос за счет своей доступности. Школьники без ограничений могут купить модный девайс в табачных магазинах или интернете. В Минздраве заявили, что среди подростков в России может начаться новая эпидемия Эвали – болезни легких, которая появляется от чрезмерного употребления вейпа и электронных сигарет. Дмитрий Гаврилов узнал, из-за чего начался опасный тренд. Нас захлестнула реальная эпидемия вейпинга. Порядка 40% школьников употребляют вейпы. В школах, на улицах мы это видим. Наглядные видеоинструкции от блогеров в открытом доступе. Каждый второй подросток знает, где купить и как использовать девайс. Очень чувственный такой вкусик. Неплохо. Пробуем еще. Одноразовые вейпы буквально заполонили табачные ларьки и интернет-магазины. В ассортименте электронки на 300, 800, 1000, 1500 и 2500 затяжек. Стоят они порядка 500 рублей и увлекают детей от 10 лет. Подростков привлекает цветная упаковка и большое разнообразие вкусов, а еще дешевизна. Популярность, во-первых, за счет того, что это делают многие, то есть подростку вообще свойственно повторять за другими, потому что ему хочется быть таким, как все. Да, очень мало кто находит в себе силы быть другим. Это, в общем, нужно мужество. А здесь вроде я такой, как все, это сейчас модно, тем более это безобидно, это можно спокойно купить, это может быть и такого вкуса и запаха, это может быть другого вкуса и запаха, но суть, к сожалению, не меняется. В состав жидкости для вейпа входит глицерин, ароматические добавки, никотин. Специалисты говорят, одноразовые электронки, изначально разработанные для того, чтобы бросить курить, вызывают еще больше привыкания, чем обычные сигареты. Миф такой есть, что можно бросить курить, например, на вейпах. Но на самом деле получается, что поведение не меняется. А основное, когда бросает курить, нужно разорвать стереотип. То есть курение все равно продолжается. Да, доза никотина может быть меньше, действительно. Но в чем здесь опасность? Дело в том, что когда у человека в голове есть такое ощущение, предположение, что никотина меньше, он начинает больше курить. Мы вместе с общественниками решили проверить, насколько одноразовые электронки доступны школьникам. 17-летний Иван отправился в один из табачных ларьков Перми. Мальчику подробно рассказали о товаре, а затем продали. Какие подешевле есть из одноразок? Ну, я смотрю, сколько затяжек. Ну, в районе 500, что-нибудь такое небольшое. 450, у продавца абсолютно никаких вопросов не возникло. Я подошел, просил. Одноразовые электронные сигареты, получается, если так можно назвать. Вот. Без каких-либо проблем, без просьб документов купил. В Прикамье официально запрещено продавать несовершеннолетним электронные сигареты. За это предпринимателям и продавцам грозят многотысячные штрафы. Для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических от 50 до 80 тысяч рублей. Между тем, на прошлой неделе в Минздраве заявили, что среди российских подростков может начаться новая эпидемия Эвали – болезни легких, которая проявляется от чрезмерного употребления вейпа и электронных сигарет. В стране уже зафиксировали несколько случаев. Дмитрий Гаврилов, Кирилл Андреев, телевизионная служба новостей.